Матили. Да, вот это не начинайте, я сейчас стратагем себя подберу. Кран. Оо, нет, сразу нет. Fuck you! Нет. Fuck you all! Окей. Мы, блин, на пятерке, кажется, 200 не могли вынести. Какое-то достижение получилось. Вот это вот была попа-боль. Чувствую, не получу я... Не мрань, не тормозить, 5 секунд. Не получу я свое правосудие. Мне еще 5 уровней до следующего уровня. Ты можешь купить игру, пока она по скидке. Ну нахрен. Она того не стоит. Итак, 10 часов мне хватило на то, чтобы понять, что она из себя представляет. Че, со снарядов начнем где-нибудь? Я лучше поиграю во что-то другое. У меня и так там Deathwing стоит, Prey стоит, 2017. Эйтюк чуть возьми. New Wolfenstein, New Colossus тоже надо выкачать, поиграть. Да, не начинайте пока. Не начинайте, блин, Гимран. Там надо, чтобы большинство нажало готово. Тогда начнется отсчет. Да? Не, половины достаточно. Либо если сервак нажимаешь. Так, ладно, не оставлю. А это погоди, там какие миссии, я сейчас не запомнил, что там. Надо оборонять что-то, нет? Там нет. Найти передатчик, разминировать бомбы и убийство. Он попробует этот проводник. Манички брать отвлекающие, не? Нахрена. Чтобы за нами не бегали. Кто? Ладно. Я прошу прощения, но кто будет за нами бегать, это их проблемы. Окей. Так, а там чуваки что-то есть, да? А, ну как раз винтовку попробую. Это не винтовка, это дробовик. В смысле? Ну, винтовка, без отката винтовка, базука, короче. Рокет лаунчер. Ты с защитником идешь, Грант, уверен? Слушай, мы высаживались на гребаных киборгов на 7 уровне. У меня как раз был гребаный защитник. Хорошо, просто... У нас постоянно, блин, были набеги. Мы никак, мы просто ни разу не высаживались в тихом месте. Без конца обнаруживали. Но... И мы затащили. По моему опыту защитник что-то меня не очень втащил. Я его тоже качал по максимуму и как-то нет. Дробовик. Ты не умеешь его готовить. Ну окей, не вопрос. Он неплох, когда много надо всего перетаскивать, чтобы у тебя не один пистолет был в руках, а еще какое-нибудь оружие. Но, по-моему, это единственный случай, когда стоит его убрать. Но, слушай, я до сих пор снайперки пользуюсь, которые... А, кстати, блин, вот вопрос, народ. Если ты взял какой-нибудь чемодан, его можно запихнуть себе там в мех или в танк и поехать с ним? Нет? Нет. Блин, ну... Страдай. Значит, с миноискателем можно, значит, воткнуться, да? Да. Все, нас обнаружили. Подождите. Ну нахер! Что там? Там проблемы. Ну поднимите чуть повыше, ну как разминировать? Уезжай, уезжай! Ребята, я за вас рад, что вы спросили. Когда он так нужен? Уйди от меня, противный! Сволочь. Где винтовка-то? А, вон. А, за наше цель убийство. Понятно. Ну вот и все. Винтовка гуд, но, конечно, потеряли танк, к сожалению. Ты зря его вызвал. Потому что кто-то просто не водил. Ну, его... Просто рядом с целью убийства это, конечно,
жесткий противник попался, так это. Он сам к нам прибежал. И вообще. Вы не хотите. Сейчас, сейчас, погоди. Заняться чем-нибудь полезным. Окей. Request confirmed. Блин. Твою мать! Да елки-палки, сколько здесь? Жить! Смерть. Да, заряжай ты, блин. Ребят, мне надо повыше. Да не то. Если что. Я помню. Если рюкзак у кого-то на спине, то перезарядка происходит мгновенно. Я знаю. Ну, сам понимаешь. Ну, я сам понимаю, да. Нифига ты на меня чуть не приземлился. Все потому, что я тебя ненавижу. Эй! Я считаю, вы меня всю миссию будете воскрешать, как дополнительным заданием. Так, у меня патроны заканчиваются. Ты не взял с собой стратегию патронов? У меня есть стратегия. Непрокачанная. Выкинул. 10 секунд. Так у меня. Хватай! Вон. Так мы уже разъедили все. Пошли. На мину идешь, Окей. Еще одна отличная стратегема. Нафига ты на мину пошел цел? Блин, потому что я ее не видел. Я уже вообще-то его выкинул, да. Ладно, уже поздно. Справа снизу. Так вниз пошли тогда. Нам как бы вообще налево надо. Нам еще трансмиттер надо в этой зоне найти. Найдем. Что за пиздец? Они прям перед нами респаунились. Так уходим, уходим. Я завалю его. Завалил? Ну. Почему-то он все еще живой и на нас идет. Блин, слушай, ты прав, эта штука не пробивает читы. Он просто прилег отдохнуть. Собака. Давай, откройся. Гран, отойди, я тут сейчас... Открываемся! Сейчас он откроется и словит. Ладно. Гран! Гран! Что Гран? Дай он откроется, и он словит сразу от меня. Ладно. Он не откроется. Сейчас. Они не идиоты. Они видят, что на них лазер летит. Ну вот видишь, открылся. Тебе гранат нет? Ну ладно, так помрет. Все, валим. Че, там выброс вызвали? Опять двоих. А че вызвали-то? Патроны. Не знаю, правда, зачем? Но пусть будут. Да ёп...
Сраная собака. Съебать, сраная. Да, валю, 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 валю. Гран. Так бегите, блин. Бегите, глупцы. Вот именно. Бегите, блинцы. Чего вы меня-то ждете, как идиоты какие-то? Все равно сдохну. У меня не заряжена эта хрена. Уже они по пятам прям бегут. Чутка север. Северней. Не заданем. Ну пофига, ну все такое красное. СССР. Гран, отойди оттуда, Гран. Откуда и насколько? Так, видишь, ему, конечно, еще тебе насрать. Сейчас, подождите, меня прикройте. Образец. Ловил, кто-то на мину наступил. И сильно нас это спасло. Не, ну кого-то убило. Кого-то, когда-то, может быть. Ты что за лазер застывший? Маг какой-то. Убил, кто-то еще раз наступил. А ты говоришь, херовый МП-7. Не бери ПП! Ну, против собак. Пока не умрешь. Дайте же мне, блин, сбоку зайти. Не дави! Осторожно! Не дави! Не будь геймраном! Шагоход! Ну куда ты лезь, ну ё-моё? Ты как специально падать бросаешься? Нет! Он где просто слишком сильно хочет жить. Блин, собака. Уклонился щитом. Ракетом его херачь. Все кончилось. Гран, отойди, отойди, Гран. Нахрен надо, сейчас его разберу. Не трать драгоценные боеприпасы. В смысле, а на что их еще тратить тогда? Пошли наверх. Когда они реально нужны. Если мы можем разобрать патронами, то не трать ракеты. Не восстанавливаются. У меня еще мяг в запасе есть. И вот эта хреновина, которую еще не пробовал, генератор статического поля. Тогда не новость, что он. Яма. Ну чуть-чуть это. Там наглашена концентрация противников, стоит ожидать, что именно там наша цель. Только мы тут уже были. Она должна быть в другом углу, теоретически. Херово. Проблемы к нам приходят, проблемы к нам приходят. Ау! Ау! Я же говорю, все равно умру. Слушай, отойди, тебе сейчас капсула упадет на тебя. А кого? А, все. Капсула уже упала. Я просто не видел, что ты вызвал его. Берем батон. Слушай, ты стреляешь уже после того, как мы их взорвали. Другом. Нет. Да! Нет. Я вижу, что ракета сквозь пролетает. Почему? Она выглядит. Она сквозь пролетала, я видел. Она сквозь. Видишь? Она выглядит так, будто сквозь пролетает. Да? Фишка в том, что она убивает его, и, блин, выглядит так, будто насквозь. Оно не пробивает, оно взрывается при контакте. Да я про то говорю, это не рельса, вообще-то. Я про то, что, блин, ракета убивает, когда выглядит так, будто она насквозь.
Я молчу. Геброн, у тебя есть еще этот снаряды? Я ракетницу с собой не взял. Да и блин, не ракетницу, снаряды, пополнение. Есть, но она у меня не прокачанная. Да иди. Дай ё! Меня бесит эта смена оружия! Так, мне одно сейчас. Никто грана вызвать не хочет. Ща, погоди. Знаешь, грана так себя часто сегодня воскрешали, что его, видимо, уже никто не хочет воскрешать. Сейчас, я тебя вызвал, ребят. Особенно учитывая то, что, блин, прямо под пулемет Тайлеру засадили спаун. Что это такое? Уже третий раз, блин, за эти 10 часов респаунится прям на пустом месте. Прямо когда мы их видим. Сын. Рюкзак кто-нибудь возьмите. Где? Какой? Давай еще свой. А. Взял. Ага. Пошли. Зайди сразу. Да, надо налево. Пошли. Алло. Сейчас подожди. Да нет, пока нет. Подождите, пожалуйста. Что ты там делаешь, Леброн? А, телефон просто позвонил. Вот рисковая игра. Знаешь, это не так страшно, как лезть под ноги Геймрану. Образец. Блин! А, кстати, а кто ей звонит? Нет! Сейчас я ей передам, она просто позвонит. А, спасибо. Ну, подчеркнула. За поле кость отдельная, спасибо. А чё ты на нём пошёл-то? Я там был на мехе, потом он приземлилось в поле, и, собственно, мех взорвался, я там вылезли. Съёбывать надо от седого. Ну, тебе поле помогло или нет, я не понял? Да, оно помогло, оно меня чуть не убило. Если ты, конечно, этого хотел. Я даже не заметил. Я кинул поле, блин, специально у врагов. Нафига так к ним пошёл вплотно, я не знаю. Call the shuttle. Defensive strategy drop incoming. Extraction confirmed. All shuttle inbound. ETA team. Вставай! Чего еще нужен? Осторожно! Вот, блин, кто после этого доверяй вам. Кто вызвал турель? Я. Зачем? Зачем ты вообще сюда взял? Тебе вреда больше, чем пользы, блин. Кого-то. Ну реально, от нее вреда больше, чем пользы, когда в копе играешь. От нее пользы больше, чем вреда, когда все четверо выкидывают турели и ложатся. Надо просто ставить турели вдалеке от основной позиции. Тогда они будут куда полезнее. Я стараюсь так и делать. Надо просто не подпускать к себе противников. Особенно союзников. Что мне интересного есть? Ни хрена мне интересного есть, да? Dropping equipment. Герц. Поезд! Паранойя, ёбаный. Бегаем. Уходим, уходим! Дропаем! Давайте, залезайте быстрее. Да мы уже все залезли, один ты остался.
В другом там что-то. Героическое отступление! Все. Я уже завес вообще-то. За полсекунды до меня. Ты начал залезать, сразу полез. Не знаю, может с пингом проблема, я залез раньше, что-то. Заметно дальше. Чего? Я им ран последним залез. Блять, последним. Нет, я последним. ПЯТЬ РАЗ! И все равно нам дали звезду! Да потому что мы стащили. Мы ни разу не померли. Херня у вас такая. Что за тык-тык? Книга. Смотри, может там какую-нибудь планету назад перезахватили. Нет, двигаться не может. Опусти правую кнопку мыши. Не, она мне не нажата. Опусти колесико мыши. Твою мать, что за тык-тык-тык? Глаза себе выколи уже! Че, девятку взять? Говорит, девятку взять? Давай попробуем. Только не уйти, пока уйти, но точно не затащим. Аппарат отсюда уже затащим? Короче, выживших сопровождать надо. Они точно не добегут. Какая-то средняя. Да, средняя, что ли. Дубай? Как это переводится? Скьюбай. Нажал скуба или что там? На. Русская версия это скубай. Ужасно. Гениально. Просто гениально. Главное, что можно текста наматывать. Хочешь, куда он поедет? Хоть куда. Так, что с этих сопровождений начнем? Без захвата. Нет, давай захват лучше. Захват. А сопровождение наконец? Захватим, потом подстреляемся, потом сопроводим и сразу же свалим. Так, это у нас... Так, дальше. Тогда без вариантов.
Погодите, погодите, не начинайте. Ну, а что без вариантов? Единственное, что тогда лучше будет вот так сделать. Что вместо статик поля взять? Что-нибудь полезное. А какие миссии сопроводить, что еще? Да, остальное на это возьмем. Без Тайлера улетели. Короче, кинули капсулу, а потом его. След за капсулой. Я не знаю, что капсула закрылась, плащ зажала, да? Она только приземляется уже на капсулу. Угу. Да. Плащ приземляется. Вот это вот реально, хеллдайвинг. Один человек это ничего не значит. А миллионы таких, это статистика. Блин, учитывая то, что мы... Здесь пока не видно, блин, в этом освещении. Грубо говоря, за Империум играем. Мы играем не просто за Империум, отлично, спасибо. Мы имперские гвардейцы. Ну что ты держал, прям под оружие, да? Ай-яй. Я очень надеюсь, что это не стена. И на другого, на. Ну, было близко, на самом деле. Нифига не видно. Патроны, Гибран. Зарядись, кстати, да. Образец. Еще один образец. Сверху. Сверху. Сзади. Сзади. Синзи, вылезай из робота. Пусть сидит, ему нравится. Мы вчера это уже обсуждали. Еще один образец. Как бы не проебать, раз столько образцов. Так, снаряд раз, снаряд два, снаряд три. Ну что, друг, он, защищай нас. Блин. Так, а какого фига я с пистолетом бегаю? То, что ты снаряд брал, ты не переключил назад. Я понял, меня, блин, раздражает, когда здесь работает автосмена оружия. Ну, она девушка. Не, она работает, блин, строго наоборот от того, что мне надо. Чёрт. Вот это. Блин. Пардон, Геморон. Как-то внезапно там появился. Броня огня. Ты сдохнешь уже или где? Чё мы здесь стенка? Не инвертировать. Я был за стенкой. Так. Налево или куда? Дальше налево, чё, у нас осталось только одно задание. Давай я за блажку пиваю. Где? Пошли, да я уже. Взял, да? Сорни. Какова? Взорвите эту хрень. Ладно, взорву. А смысл? Чтобы не генерились противники. А разве они тут генерируют? Ты объясняешь это как-то очень странно, но ни на что не влияет. Разве? По-моему, будет противник в улице. Это декорация. Разве? Да.
Это федерация. Потому что мы их постоянно видим. А, хорошо, она была не демократична, то тебе предоволен? Вот то, что ты хочешь нести демократию в декорации, это, конечно, похвально. Здесь я хочу тебя по плечу похлопать. Не знаю, правда, зачем, но пусть будет. Ну, пойдемте, ну чего вы стоите-то, ёбаный? Я не знаю, чего. Пошли, пошли дальше. Куда они бегут-то? Не, я сейчас почти наверняка их сам перестреляю. Беги, беги, беги. Вот эти вот пирамидки, которые возле хрустят, тоже декорация, да? Тоже декорация. Здесь все, что не является целями задания и противниками, и образцами, является декорациями. Я просто думал, может, здесь образцы такие. Нет. Образцы всюду одинаковые, они непонятные и светятся. Нас все еще преследуют, так что... Дай, ё-моё! Берите их от меня! Наконец-то пришли. Раз, два... Третий где? Далее. Так, всё? Эвакуация? Да, пошли. Что там тройка пошел? Dropping equipment. Extraction confirmed. Осторожно, сбегай! On its way. Defensive strategy incoming. Deploying defensive assets. Deploying defensive assets. Гранатомет скинул кому народ? Давай я попробую. Да, блин. Блин, сейчас. Зараза. Блин, гранатомет я могу скинуть, только зачем? А, гранатомет. Понятно, у меня такого нет. Что случилось? Вставай! Поезд! Блюдок, мать твою! Далее, хорош героически отстреливаться, убегаем. Ну, чтобы гранату кинул в салон. Нет, не работает, мы проверяли. Можно, но туда не попадет. В этой игре можно все. Но не закинуть гранату. Вопрос, будет ли оно работать, это уже не наша проблема. А был бы это рогалик? Это был бы пиздец. Я помню, как мы играли в Space Beast Terror Fright. Не, там ничего такого не было. Там было просто... Умер? Умер. Да не совсем рогалик, там, конечно, есть процедурная генерация. Там есть маринеры, которые постоянно умирают от чужих. В смысле, нифига? Почему не совсем рогалик? Ну, там... Там это... как бы у тебя персонаж, если он умер, то
начиная с самого начала его прокачивать. Ну, это единственное, что там есть, собственно, помимо процедурной генерации. Там нету многообразия ситуаций вообще ни разу. Многообразие ситуации еще не знаю. Где ты хочешь найти многообразие в гребаной зачистке гребаного, прошу прощения, космического корабля? Ну, блин, сыграй в тот же самый Alien CRL, например. В конце концов, если тебе хочется чего-то похожего из жанра, то дожидайся Warhammer 40 Deathwing или как он там. Так он уже вышел, Deathwing. Он уже вышел. Тем более, иди тогда туда играть. Не видел, какие там требования? Ах, прошу прощения, ты же неадекватный человек, купил себе ноутбук когда-то. Вот, ты знаешь, его с тех пор перетащил трижды. Трижды, заметь, из одной квартиры в другую. При этом я не вспоминаю, сколько его с собой таскал. Зачем? В смысле? Зачем его таскал с собой в другой город? Это удобно. Иначе при этом я ни во что особо не игрался. Наверное, все-таки качаю. Что за кардиоускоритель? Как тебе интернет, кстати? А, понятно. Зип. Говорю, как грантом от тебя? Такое себе. Ну, он через это кидает. 5 минут перерыв. Следствие. Два с половиной хейлдайвера отдали свои жизни за нашу свободу. Обожаю новостную ленту. Да блин, какого чёрта? Да до сих пор вчера вообще ситуация на фронте менялась каждую минуту. Сейчас стабильно. Да сейчас задроты, потому что добьют ситуацию и все. Опа, выжили. Блин, этих наполовину тоже киборгов. Фронтовые герои. Героическое такое. 901 тысяча хеллдайверов погибло в боях с жуками. С иллюминатами умерло всего 587,5 тысяч. Это реально в реальном времени они так умирают? Это сомнительно. Да это в реальном времени. Не, ну, не то чтобы прям совсем в реальном времени, а иначе бы у тебя там щечек с ума сходил. Все, но все равно буфилизуется каким-то образом. Но ситуация примерно такая. Это типа, наверное, обновляется где-то там раз в 10 секунд, а потом просто накидывается, да, равномерно по этим 10 секундам. Да, в целях снижения нагрузки на сервер, да, может быть и в 10 секунд. Тем более, что смочить. Сгладить обновление числа это не так уж и сложно. Да опять просто смочить. Да мне-то что? Очень большие силы враги. Пойдем. О! Пожалуйста, здесь без сопровождения. Наверное, радует здесь новостная лента. В Black Ops была похожая, но там скучно. Типа число экваторов, которые игроки пробежали вместе в спринте. И все? Чисто игровая статистика, ничем не приукрашенная. Сколько там было взорвано килотон этих. Сколько там было взорвано килотон бомб и прочее. Сухие цифры.
Здесь хотя бы вкусно подано. Типа, 150 тысяч хеллдайверов были, скажем так, спалены в симпатиях к киборгам и были расстреляны на месте. Это типа объясняется тимкиллы. Сколько-то тысяч хеллдайверов было изнасиловано руками? Свыше миллиона. Там, а, нет, не свыше миллиона, там был почти миллион. 900 на 1000, если точнее. Я так понял, рельсы все равно тяжело бронированных не берет, да? Там в описании написано, что по идее она как раз для крупнокалиберных целей. Рельс начинает пробивать только со второго уровня. Написано, то есть, со второго уровня пуля пробивает насквозь всех врагов. Со второго она начинает пробивать насквозь. Но вроде только над этим она становится это. Бронебойный. Мне просто интересно, я так понимаю, пока что только безоткатной винтовкой можно валить всяких бронированных жуков, проще говоря. А, нет, она не пробивает броню вообще. Вот это досадно. Если они пробивают броню вообще. Тогда смысл? Ну почему? Там... Учитывая то, что большинство противников это легкая пехота. Там вроде у какой-то другой пушки, половину. Там у нее есть апгрейд, который дает свойство Unstoppable. Только я не знаю, в чем смысл. Unstoppable — это как раз Railgun, и она именно пробивает насквозь небронированные цели. То есть у нее нет бронебойности. Это как, на мой взгляд, это несколько небалансно. Учитывая то, какие ограниченные тут возможности с тем, что вот дают против бронебойных чуваков. Не, ну может она, конечно, и пробивает, хрен его знает. Вот, кстати, есть этот... Правосудие, которое ты хотел себе взять. У него как раз бронебойные патроны и не останавливающиеся пули. При одном из улучшений. Да, но мне для этого нужен 18 уровень. AR-20J правосудие. AR-20L, прошу прощения. То есть у него там две ветки прокачки, или нижняя ветка в упор справа. У рыцаря тоже, кстати говоря, ВБ боеприпасы. Для геймрана это будет просто идеальный вариант. Что он у нас, сам знаешь, любит. Слушай, у меня вот вопрос, а вот то же самое Constitution, он у нас, кстати, прошивает? Что ты, написано ББ боеприпасы. У него бронебойные патроны, но нет, он не пробивает именно насквозь. Читы он пробивает или нет? Нет. У меня ПП тоже бронебойный, но он не пробивает щиты. А, да, тоже бронебойный. Что это бронебойный? Бронебойный тогда, это что вообще? Хотя, опять же, бронебойный, это, наверное, имеется в виду то, что у противника шкура не мясо, а именно железо. На вроде тех треножников, страйдеров у иллюминатов. А пробивающие тогда это что? Пробивающие это типа улицы? Ну, дробовика, разрушитель. Брейкер. Unstoppable. Прошивает насквозь. То есть легкие цели он будет пробивать в нескольких раз. Окей. У меня такое ощущение, что, блин, дробовик самое лучшее мне оружие выглядит. Ну не надо. Я побегал с дробовиком, он неплохой, но далеко не имба. Тебе больше скажу, даже прокачанный пистолет уже хороший аргумент в бою. Ты его дома вкачал. Что-то не один из самых первых. Причем, блин, даже стартовая конституция и то до сих пор все плохо показывает. Давай все попробуем. Потому что половину противников она выносит первого выстрела, если умеешь стрелять.
Попробуем девятку. Так. А это что такое за фигня? Черный ящик где? На обезвредить снарядах. А, вижу черный ящик. Что же это меня? Ну чё, давайте. Можно, в принципе, черный ящик захватить, по дороге провести все оставшиеся задания. Да, уверен, на девятку. Да, я тогда ПП возьму, не вопрос. Harsh as hell. Хорошо. Дело ваше, так сказать. А потом уже возьмем захватывать зону и на выход. Так, погодите. Есть ли смысл брать воздушный удар, чтобы эту хрену взорвать? Маленький. Да, возьми. Хорошо, у меня есть, в принципе, один. Да, я. Что, мне брать или как? Ну ладно, мы тогда с граном займемся уничтожением. Чтобы не тратить на эти бомбы. Так, мне тогда... Попробую рельсу. Пулеметом побегаю. В резерве сочу. Пулемет говно. Да я думаю, блин, прицел себе сделать, блядь. Вместо мин возьми лучше патронов себе. Я патроны взял. Плюс у геймрана есть. Так что нормально. Да ты, слушай, тут если помрешь, все равно не восстановится. Наверное, с того, что... Только если тебя поднимут. А ты померить можешь как раз от того, что у тебя патроны кончились. Маловероятно, но возможно. Не, если поднимут, то фига тебе патроны останутся. Если ты умрешь. Если поднимут, то другом. Ты меня слышишь? Если. Ну поднимем, если слышишь, вызовут. Могут не успеть. Ну. Особенно учитывая то, что тут такая вот извращенная система вызовов. Пока не надрешь эту комбинацию наизусть. Да, наверное, был прицел себе поставить. Пока не задротишь. Пока не отзадротишь пальцы. С рельсой лучше было бы, да. Ну, удачно. Да, с рельсой надо было прицел брать. В следующий раз прицел возьму. Обязательно. Ты щиты не взял лишние? Подожди, геймран, скинь, я возьму. Чтобы от оружия не отказывались. Про щиты у кого спросил, гений? Да. Ну, один взял, это для себя берегу. Один про запас, что ли? Ну да. Я возьму или как? Беги, я думаю, что тут фронт остался, а снова разложен. Одну секундочку. Подождите, не спешите. Мех? Сразу. Не, не мех, пулемет. Блин! Пусть налево. Да взрывите вот его кренделя слева. Все. Образец. Иду, иду. Да ё-моё! Выносим, выносим, выносим. Кстати, если на полном ходу из меха выпрыгнуть, то уже жизнь нет. Чувак, я был первым. Образец справа сверху. Вижу. И дроны справа же.
Пошли. Так, нам здесь надо выполнять задание. Чемодан можно положить пока его крадут. Вдруг да. Защищаем. Черта с два. Другон, шевелись! Ну а что ты уперся в меня? А что ты встал? Видишь, что на меня бегут? Я знаю. Нам съебывают. Шлепнули, все. Не-не-не, пока нет. Ты на мину наступил. Потому что... Это еще хуже пулемотов. Пулемоты, по крайней мере, видно. Да я не знаю, как ты мины не видишь. Потому что их там не было, когда я там был 10 секунд назад. Они там были, они там уже 15 секунд валялись. Нахрена ты скидываешь мины? Чтобы они оттуда, блин, не шли к нам. Не скидывай их вплотную, блин, к этим, к целям. Хотя бы. В смысле, а кого? Мы же поставили задание. Ну и ладно. Так важно. Ну и ладно, минус звезда вообще-то. Да хрен с ним. Блять. Ну. Гимра. Не затупил. Ну, по-моему, нам пизда. Извините, ребят. Обходите же слева. Беги, 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 беги. Беги. Run for your life. Пошли. Пошли потом лезть. Так. Закинешь? Раз. А ты думаешь, убегайте. Можно уничтожить? Я думаю... Ага, сейчас он вернулся, блин. Да можно, можно, можно. Щит сначала уничтожь. Все, ты промазал. Бери зарядка. А у меня я, сейчас я сброшу. Все сбросили! Бум. Не приземлился. Можно? Еще один, давайте, не стесняйтесь. Сукины сыны. Ты серьезно? You can't be fine. Интересно, я от маяка стоял, блин, на расстоянии капсул. Нет, ну куда ты щит-то взял? Ну молодец. Не страдай. Блять, охуенная история, а. Что, мы сейчас с этими налетами, блин, затрахаемся. У тебя он есть? Поднимите, поднимите его. Не, Герцог хочет щит, который я забрал. Наконец-то, блин. Отлично. Теперь можно и вторую взрывать. Вон она, вон, вон она. У меня же лапки. Что? Да блин. Да и... Держи, я не могу пока вызвать, у меня кулдаун. Я только что вызвал. Забить в эту хрену. Ёб вашу мать! Что снимаете? Сейчас у меня кулдаун как раз ушел.
Блин. Отходи. Ну и еп. Сейчас я вызову. Это надо быть просто капец каким снайпером, чтобы попасть по этой херне. Где у нас снизу, сверху, я не пойму. Снизу, по-моему. Вон, 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 вон. Ну давай! Дин. Гибран, лучше отойди. Мимо! У меня только кулдаун. Стена! Я уже вижу то, что кто-то задолбался откровенно, да? Ща. Бежим налево. Взорвать его надо. Побежали. Нет! Короче, чевый удар — это шляпа. Хрен попадем, потому что. Так, ну, он там порезал. А, снаряды еще. Да, здесь. Где снаряд? Где протест ты видел? А, ну зачем показался? О, это патроны? Я возьму. А, ни хрена не патроны. Патрон есть у кого? Где баран? Патроны сейчас вызову. Кто ты? Благодарю, попкорна. Я возьму еще от коробку. Купите его, пожалуйста. Спасибо. Опять мины вызвал. Слышишь, на них кто-то подорвался. Пострадала только моя гордость. Стреляем, как блин. Сукин сын. Сука. Да ё-моё. Это было близко. Чё, наконец-то их тут 5 штук вообще-то было?
Ты говоришь? Их вообще-то, говорю, тут 5 штук было, а не 3. Это 9 уровень сложности. Поиграй сапёра называется, винда не нужна. А если ты один играешь, то это вообще пиздец. Все, возвращаемся в центр. Захватывает точку. Ну, хотя бы одно задание только завалили. Миска, ты неправильно сделал, что жизнь бесконечная. Жизнь какой получается. Патроны восстанавливаются легко. Потому что тут ограниченный боезапас. Слушай, разработчики те же, что и у Магики. Там, между прочим, такая же херня была. Там вообще патронов не было. Там была поломанная система спеллов. Которую до сих пор не отбалансировали даже во второй части. Да я помню, не пытались это сделать. Главное, они пан. Пытались это сделать. Они, например, имбовые щиты все-таки понерфили до такой степени, что они стали бесполезны. О, сэм, баланс. Патроны, кому нужны патроны? Я уже просто... Я набран, кого нет. Давайте я возьму что-то. А тебе зачем у тебя перегрев? Не надо в меня целиться. Я нервничать начинаю. Беспомощный снайпер. Если вы не погодите, погодите, не спешите. Не спешите, говорю. Так, давай дойдем, тоже чуть-чуть осталось. Там призовщики надо. Уже пришли. Dropping equipment. Расстреливайте быстрее! Блин. Блин, давайте обойдем эту штуку лучше. Сверху. Да без разницы абсолютно. Вспоминаю первую миссию в первой Call of Duty. Со снайперами? Это боевые патроны! Всем лежать, ребятки! Всем лежать! Нет, там не снайперка была. Это была тренировочная миссия. Когда Мартина учили не высовываться из-под колючей проволоки, потому что гребаные МГшки стреляли. Отлично. Что случилось? Я, блин, не заметил, что под... десантировался мех. Упал, я не... Ой, блядь, сука. Мех, если что, не мой был, то я его не... Я призвал мех и не заметил, что я подошел к точке его приземления. Блядь. Слушай, я задолбался уже тебя поднимать, откровенно говоря. Этому должен прийти конец. Подай пулемет. Я ем рану. Блин, вас так прям наверх сюда тянет. Давайте еще дальше пойдем, чур. Потому что если мы пойдем чуть вниз, то нас там расстреляет мой пулемет. Его там уже нет, успокойся. Пардон. Ну ладно, че. Могу еще один вызвать потом. Когда он откатится. Кемеха, освободить-то? Кому? Освободи. Зачем уже уходить? Поезд!
валим отсюда. 10 секунд. Уходим, уходим. Гибран! Быстрее! Съёбывай, Тайлер! За вас! Мы уже съебались, чё ты стоишь? У тебя что, лаги, блядь? Нет, он захотел стать героем. Знаешь так, в стиле Лохмолья. Он хочет, чтобы у Васяна был генетический пол. Первую звезду прошали, третью тоже. Нахуй ты трахаешься на звезды. Зато опыта много. Я кажется, научился выживать, судя по количеству смертей. Кто? Ты? Да. Нет, ты просто... Нет, тогда я просто научился не стрелять в своих. Это разное. А Гибран тогда почему столько раз умер? Потому что его убил собственный мех. Ну, это один раз, остальные разы. Ну, один раз я. Да. В остальные разы он обычно пощит лес. Ну, что сказать, ребят. Рельсы не прокачаны так. Хотя нет, значит, сейчас я с лазерным прицелом возьму, попробую, может лучше будет. Любая снайперка без лазерного прицела — говно. Потому что ты не понимаешь, куда стреляешь. С автоматическим оружием и дробовиками это несколько критично. Блин, очков нет. Блин, очередь за хлебом! Я даже рельсы включил. А, кстати, дробовик открылся, да, или что? У него помповик открылся. Каратель какой-то. Ну каратель. Да. Панишер. Можно покупать. Наверняка помповик. Так что готовься. Ух, нифига себе, у него дальность. Для дробовика-то. Может, он еще с лагами стреляет. Слушай, разрушитель вкачал, у него дальность до половины поднялась где-то, и у него дробовика очень большая дальность. Карателя по умолчанию уже больше. Это можно поднять магазин. Нафига ему стабильность, блин? Это дробовик. С таким темпом стрельбы. Ну как? Более концентрированный полет дроби. То есть это цельный, прицельный дробовик? Ну, сурово тогда. Здесь, конечно, помповики всегда такими были. Его заряжать надо, как этот. Принтов. Во всяком случае, в играх. Как Конститюшн. Не гони на Конституцию! Освободили что-нибудь, нет? Они заколебали, блин, реально. Может, кибергом полететь разнообразие ради? Полетели. А броневик брать, нет? Сейчас скажу, какая планета. Снежная вроде, да? Да. Да, бери тогда. Ну, давайте попробуем. Сейчас пойдите в энциклопедию потрачу. Группа, подождите. Настрой Т1, мы справимся. Ничего. Зацепишься плащом за капсулу и полетишь с нами. Он не зацепится плащом за капсулу. Он прямо так в люк прыгнет. Hmm.
Сейчас начнем. А чё это оно так много, это подсвечено, это ПВО? Уничтожить, потому что надо. Да, типа, погоди, а там же это. А как мы уничтожим, если оно... Генератор надо отключить на время. А, вспомнил, да. Немножко геморная штука. Давай к черному ящику, тем более там недалеко, заодно ядро сразу принесет. А, нет, там ядро, передатчик правда. Передатчик надо сейчас на территории скажу искать. Ну, наверняка найдем. Так, погоди, а, не спеши. Ты мне возьмешь щит один, да? Чем могу тебе взять что-нибудь захватить вместо одной стратегемы? Блин, метода брони у меня взять не получится, что-нибудь одного выбирайте. Я могу тебе мех взять одного еще. Давай. Аж как голосуть. Ты бы лучше вместо мин взял, ты еще бесполезнее, чем пулеметы. Мне хотя бы видно. Да шел, шел там раз, внезапно там уже 20 мин валяется. Ну хорошо, давай так. Вот. Пойдет? Да мне это чего, тебе там, если пойдет, то нормально. Бери то, что будет полезно. То есть, да, не бери себя. Щит, не, потом кинешь, окей, сейчас не надо. Хотя, не, слушай, кинь кому-нибудь, кто-нибудь щит с собой таскать. Да нахера, все равно. И зачем я тогда его брал? А? Я просто хотел сначала в базу пробегать, а потом щит. И как ты потом у кого-то его заберешь? Слушай, судя по тому, как здесь все умирают очень весело, он будет по рукам туда сюда ходить. Если ты сомневаешься, значит, ты все, даже ты сюда. Это делать. Поставлю. Поставлю. Нифига себе. Очень плотно падает, да? За вот этот вот момент. Ну, с прицелом лучше. Вообще задушу. Я смирю человека. Как, меха сразу или потом? Потом. Где глубинный ящик? Внизу. Чувак, да? Ну, я пока не хочу, потом может. Я ел недавно. Там еще болт есть. Ну, окей. Все, пошли. Образец. Где? В самой жопе, блин. Нет. Смех. Уходим. По возможности. Но такой возможности у нас не будет, да? Да, забрал. Я забрал. Я все забрал. У меня все на себе. Да я еб твою налево. Кинь гранату. Да блять. Я умер. Я еще жив. Нет, уже умер. Мы тебя не призвали. Танк! Танк, реально. Ты думал, я шутил? Тут все серьезно! Вот сейчас ему на голову свалюсь.
Нет, не свалился. У меня ракетница есть. У меня тоже есть. Вы понимаете, это надо, чтобы меня вызвали. Я ж вызвал. Да я не могу, пока у меня полдаун. Геймран! Геймран, не трать патроны! Вы на него лучше бы меня вызвал. Валим отсюда пока. Ты точно веришь, что мы туда бежим? Да, конечно. Бежим. Легко тебе говорить, у тебя хотя бы ноги на месте. Еще, ребят. Ух. Куда-то я нехорошее место бегу. Надо было начать с броневика. Мы, кстати, не пробовали в броневик с чемоданом, по-моему, залезать. Фак. Ребят, тихо. Образец. Да, кажется, мы вообще... Какой образец, блин? И мы, скорее всего, сейчас погибнем какой-то. Либо вас вызвать, просто оторваться от этих засранцев. Да, блин, выстрели уже в него. Да в кого? В этого? Да, он почти сдох. Ау. Вообще нормально, ау. Ближний бой. Понятно. Я подорвался. Добежал до цели задания, только, блин, само задание не взял с собой. Ну. Да, вырисовал, чуваки. Надо еще раз попробовать. Надо, я не против. Только оружие другое возьму. Окей. Может, меха сразу вызвать? Хотя бы ракета по противотанку есть. Ну, их надо как раз на... беречь на танк. Чуть не раз сразу геймрану кинь. А, или... а, нет, погоди, геймран будет снаряды грану подносить, да? Я сейчас сниму себе, там дальше сами разберитесь. Уже что ли танк едет? Нет, просто собаки. Сразу сам. Собака по-твоему? Вон он, танк. Я вижу. Хватайте кто-нибудь. Как отлично, я принял на него. Ни хрена себе. Это дело души. Еще один танк. Ну, сейчас сумеет кто-нибудь брана достроим. Еще один танк. Вот это нам. Да ну как так-то? Блин. Все нормально. Тайлер, не лезь. Я сразу и двух чуваков одной ракеты. Да, вниз можно? Вниз. Так, народ, броневик. Броневику давайте быстро. Да вниз, я говорю. А, блин. Кто там сел за орудие-то, ну? Нельзя. Не нельзя.
Прикрывайте. Ну, Гимран, ну что ты за орудие-то сел и не стреляешь? Я не в орудие сел, я зад сел. Тут так всего 4 человека. Боже мой, отлично. А зачем ты вылез? Гимран, жопа — это и есть основное орудие. И она почему-то не стреляет. Правый клик! Чтобы целиться, и левый, чтобы выстрелить. Спасибо. Закроешь? Почему-то по правому клику нихуя не стреляет. Прикроешь? Я сам мертвый, как видишь. Ложись, ёб твою налево. Это решил меня засунуть на них? Угу. Хорошо улетел. Уходим! Пустая. Еще один танк! Хоть немного продвигаться вперед, а смысл тут били. Все, нету танка. И меня тоже нет. Сейчас я тебя подниму. Жизнь какая-то, блин. Валим. Че, мех вызвал? Да. Окей. Садись. А толку, если сейчас танки будут? Все, уходим. Куда-нибудь уже. Куда нам идти надо? Карта, можешь посмотреть? Наверх. Кстати, вон танк, походу, был. Забей. Я не могу убежать. У меня все погодных ботинок нет. Хорошо, я тебя прикрою. Хорошо прикрываешь. Отвлекаешь от лазерной указкой? Да. Типа, ребят, идите сюда, лазерное наведение на грана. Так, распаковывай. Давай. Прикройте. Расцеливай! Большая тварь, у меня зарядка. Ау! На голову-то зачем? Понятно. Пока я пытался вызвать. Гимран, ты сумманишь нас? Я не могу из меха. Ты можешь. Если сейчас отвлечется на нас, то это все будет. Блять. Гимран. Ну блять, сука! Ты можешь суманить из меха. Вот, подожми. Да, выжил? Что-то по мне было. Может, ты ПТР не забил? Можно. Оу. Это мой ящик. А, пардон. А вот рюкзак я мог бы и взять. Да ладно. Да. Давайте загружать. Хоть немного спокойствия теперь. Это слева. Временно. Собаки. Да. Так. Это там танк, что ли, катится? Походу. А мне патроны кому надо? Патроны вон как раз, хватай. А вот этим чемоданом не можете меня перезарядить, кстати? Затем... Как? Там, танк, снизу танк. Отбивайся от собак по ближнему бою. Да ну блин! Отбивайся. Зажали тут эти твари. Засумонишь? Сейчас. Умираю! Блять. Самый последний момент.
Вставай, давай, ленивая жопа. Пошли, вот видишь, а вот если бы ты встал, то этого бы не случилось. Имран, на землю. Ио, нажми, блин, уже. Реакция. Блять. Добилась милосердия. Давай. Уходим. Вставай, вставай. У меня кончились патроны. Отлично. Ну вот и все. Да-да-да-да-да-да-да-да! Нет! Пиздец! Просто, блядь, сука. А где капсула, не понял. Да, она не сбросилась, походу танк ее задавил. Жесть. Ну че, связь заблокирована, да, ясно. Это зона турелей. Вот, динамо-машину эту нужно обезвредить. Но сам понимаешь, если ты вылезешь из меха, то это будет все. Да не тратить на них патроны, тупо ходи по ним. Он их не давит почему-то, точнее очень плохо. Давайте, идите сюда. Иди сюда, детка. Минус один. Ой-ой-ой, еще сейчас будет. Там танк сверху едет. Да, вижу. Я с ними ничего себе не сделаю, у нас базуки там снизу остались. Не, можем. Ты можешь вызвать еще один мех, у которого есть противотанковые снаряды. Вызовешь? Да. Чего-нибудь вызовешь. У тебя двойка, у остальных, по-моему, не прокачан. У меня прокачано. Да блин, вызовешь тут меха, как же? Я бы вызвал, но у меня его нет. Ну, он есть. Я тупо не дали это сделать. Только на меня не падай. За звуком бежим, да? А что нам еще остается делать? Я не знаю, если честно, мы бежим. Вон справа, базуки справа, мы народ. Мы куда-нибудь бежим. Ладно. Ну что, кончились патроны? Да. Базуки, говорю, справа, мы как-то странно. Вон, побежали снизу. Побежали, побежали, побежали. А, то есть мы еще и по кругу прошли, отлично. Я же говорю, базуки справа, но пошли снизу, ладно. Вот они где-то здесь должны быть. Осторожно. Блин, на нас не иди в таком... О, чее! Вот-вот-вот-вот она, и там рядом вторая. Сейчас возьму одну. Да ё-моё. Рюкзак хватай. Рюкзак. Вторая вон рядом. Оп. Он без щита тогда будет. А, понятно. Ты кого, блядь? Блядь. Зайди мне. Чё? Зайди мне. Минус один. Да. А сейчас и будем друг другу. Господи, это звучит как-то. Не надо стыдиться того, что естественно. Да, я рассчитываю с двух человек. Так. Суманил этих тварей. Я твою мать. Творится, блин, вообще не понимаю. Отлично. Блин! Выходим отсюда, выходим! Да никуда не уходим, стой, там же кончились, я прям побежал. Сманишь? А мы не можем, здесь связи нет. Потому я говорю, что выходим. Пошли, 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 пошли. Так, закройте. У вас щиты есть.
Какие читы? Так, нужно бомбу вызвать. Минус один. Бомбу вызвать надо. Да еб твою налево. Блин, ну чё живой? Готов. Бомба, я справа вызвал. Сейчас прилетит. Иди сюда, всё, подходи. Я хочу посмотреть следующую доминацию. Там танк где-то снизу. Сюда уходить проще всего. Он из горы выехал! Заряжай, Димран. Валим, 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 валим. Мяу. Ракетница осталась. Мы вернемся сейчас. Сломалась. Пошли отключать быстро. Есть такое стратегема патронов? У меня нет. Танк, танк, танк! Here comes Johnny! Подло расстрелил в спину. Так, и сам настоящая бомбу. Крыса. Я перезапущу заново генератор. Блин. Тайлер! Сам воскресил, сам же убил. Ну, не делается же так. Мы их не взорвали, да, так понимаю? А, тут нужно еще одну бомбу поставить, да? Ну, да. Активируйте бомбу и свалим, ну кто-нибудь. Сейчас, 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 активирую. Все, валим, 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 валим. Ну, это было весело. Еще два задания. Еще два задания. Патроны, можете это сделать? Гимран, заряди меня. С огромной вероятностью, с огромной вероятностью пасую. Гимран, выбери ракетницу. Ты можешь патроны вызвать, это у нас патроны заканчиваются. Сейчас. А эта штука патроны на... Тоже у вас? Танк. Да-да-да, на все. Хватайте, кому надо. Угу. Другом хватай, второй ящик тоже. Давай. Теперь на рельсы, по крайней мере, патроны все. Танк! 8. Танк. Он живой остался. Нихна. Бежим. Блять! Вставай. Блин. Дебра. Блять. Это что такое было вообще? Блин. Кто? Вставай! Бежали. Зайди. Образец. Вижу. Да ладно, а чё случилось? Ты умер. Нет, Саша. Чё там взорвалось, я не понял. Главное, что ты упал.
остальное не имеет значения. Зари. Чувствую, мы вышку не защитим. Нет, конечно. У меня еще мех есть. Даже два. Полностью вкачано. Так, вызывай его. Так, может, сначала стоило вызвать? Может быть. Я не буду так имитировать. Чтоб ты знал, пули летели над тобой, я тебя не мог пристрелить. Это мной уже было опробовано на геймране, потому что когда он бежал, я пытался его добить, не добивает. Танк! Yep. Зайди меня, зайди меня. Геймран, зайди меня. А, понятно, все поздно. Тогда занимаемся нашими стандартными делами. Остальное вообще что-то только живое есть. Еще танк! Сейчас я забью, разберусь. Ладно, еще один танк. Теперь я разобрался. Иран. Все, мой хоть ага. Я мех могу вызвать, народ. Съебываем. Да пока не надо. Следующее задание. Geological extraction, блять, сука. О, геологическое исследование будет как раз таки самым адским. Гран. А что Гран? За нами танк. Нет за нами танка, тебе кажется. Заряди его. Геймран, геймран, заряди. Геймран. Образец, сверху. Я сбегаю, я сбегаю. Все, побежали. Съебывай, съебывай. Жесть какая. Ты кто за чего поднёс-то? Вот это мы точно не защитим. Пожалуйста. Не спешите, прикройте, я пока меха вызову. Танк! Что ты сказал? Патронов себе вызовите сразу. Меха, мех, народ. Занимайте меха сверху. Сейчас мех. Это. А патроны себе вызовите, а то я не знаю вас. Зайди меня. Правее, Костя, ну правее, ну, ну видишь, меха, меха, берите, блин. Не можем сразу и все делать. И геймран, перезайди сразу же. У меня нет, нету снарядов. Геймран, вылези. Мне нужно, чтобы кто-то зарядил меня. Я зарядил тебя уже, пидор. Еще раз меня заряди. Да ты издеваешься? Взрывай его, взрывай, геймран. Да потому что танков много. Издеваюсь я еще, блин. Да я понимаю, ну... А! Блин. Я встану. Я тоже встану. Это задание мы проебали. 4 секунды осталось. Я же сказал, заряди меня. Нет, блин, полез в меха. Слушай, пока он туда-сюда вылазил, он дико отвлекался. Я не знаю, нахрена он в робота полез. Сказал друга, потому что сказал, лезть в робот. Было бы проще мне всем заняться, пока вы там да, по роботам да, лазите. Да, 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 блин. Пиздец у нас крутой, блин, тут нашелся. Супер крутой геймер. Задрот. Способен на все, что угодно. Ой. Другом, вот ты за это сделал. Ну, я остался тебя спасти. Да мы не туда идем вообще. Куда пошли? На экстракшн нам вообще-то надо. Ну так он не там. Я не знаю, чего вы туда идете. Я не знаю, блин, тут... почему мы вообще тут стоим, блин. Тут... Потому что здесь там. Нам немного страшно. Все, вот туда не идем наверх. Они сейчас наверх все пойдут. Нам туда не надо, направо наверх. Отлично.
все в порядке. Они сейчас все на маячок поедут, народ. Да подождите же вы меня, ну, серьезно. Трон, встанешь? Нет, понятно. Как встану, бегай, так и лягу. Бегай, бегай. А чё, снаряды типа не будем подбирать-то? Мы и ракетницу тоже вообще-то там просрали. И нас танки давят. Серьезно? Нам съебаться вообще. Мы все просрали. Все полимеры. Пошли назад за ними. Зачем? Нас с боем прорываться вот через эту вот... ё-моё, стену? Ты издеваешься сейчас? Не, понимаю то, что у нас закончились взрывные снаряды. Но рисковать задницами из-за ракетницы? Ну как вы все собрались эвакуироваться, когда нам танк по глазам отвалить? Превосмогая. Интересно, можно гранатами закидать? Вызываем шаттл. Давай кидай свою отвлекалочку. Спокойной ночи. Собаки. Сам ты пес. А вот и наша смерть приехала. Короче, он тебе залетали. Не раз расстреливай его, сколько помню, есть пулемет, его можно расстрелять. Рез, рез. Да, лучше рез. Ну, Гран, а, блин! Ты? Твою мать, я не заметил то, что я выжил. Да не выжил, я тебя резну, блин. Я вижу, все, вижу, вижу. Не обрати внимания. Блин. Я задаю. Давай, 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 давай. Отлично. Просто, блин, прекрасно. Танк! Валим, валим отсюда, народ. Не знаю, кто там успел перед смертью. Я успел. Это было охуенно. Поздравляю с успешным выполнением задания, товарищи. Посылает шаттл, засылает, короче, десантная капсула. Чуваки выбегают из десантной капсулы, а он уже шаттл не ставит. Мы все выполним. Это самое... 24 минуты, ё-моё. Это самое охуенное выполнение миссии в конце. Я получил 13 уровень. Ох, нифига, у нас тут смерть. Сколько там было? Свыше 20 у кого-то? Да нет, 15 у кого-то, Максим. Догадайся, у кого. У тебя 12 не было, что-то. Ну, я ей говорю, догадайся, у кого. Пятнадцать смертей у меня. 3 смерти, 329 убийств, учитесь. Да, у меня больше точность. Всех убийств? Нет. У меня больше всех убийств. У меня там что-то 4603 выделено желтым. Это выстрелы. Ты больше всех настрелил впустую. Это самый расточительный. Я еще, кстати, удивился, потому что обычно я самый расточительный, я больше всего. Ты же вроде дробовик какой-то взял в этот раз. Нет. Дробовик я был в прошлый раз в проигрышный. Но он перезаряжается, короче, по одному патрону. Это вообще жутко очень. Я понял, да. Это плохая миссия.
Что там, протосов? Так. Да. С протосами как-то вроде попроще девятая миссия. Посложно. Рельса неплохая, но, блин, ее качать надо. Пока что, наверное, возьму дробовик. Если лучше будет, наверное, мне взять потом. Сейчас, секунду. Я вот с конституцией уже пристарелся. Пиздец, там еще какие-то варлорды у нас были. Да, там много этих врагов. У меня, кстати, у протоса уже все враги открыты. У меня только одного, один неизвестный. Киборга 2. Там это босс, короче, я случайно к чувакам там миссию подключился, там такая хрень огроменная. Теперь наоборот баги одним только изучены. Сейчас скрин сделаю, короче. Ну, багов там что-то вообще, наверное, пиздец должно быть. По аналогии с киборгами. Какие-нибудь танчики, брахалки. Ну, кстати, протосы на девятой сложности, они, по-моему, как-то проще проходятся у них миссии, чем за киборгов. Мне так кажется. Киборги вообще, по-моему, самая хардовая фракция всех. Я теперь понимаю, почему. Не знаю, мне понравилось с киборгами серия. Ну, с ними пиздец. Если у тебя нету какого-то хорошего оружия против танков, то тебе пизда. Ну чё, у нас есть хорошее оружие против танков. У нас минимум два, даже больше, учитывая, что еще эти есть. Там можно, в принципе, опять, кстати, в киборах. Там как-то протосов мы вообще легко прошли, а кибор с киборами вообще, ну, пободрее был. Она хоть и сложнее, но фана побольше. Да, мы можем 300 противников убить, так что нет. Можно протоса на 12 сложности. Чувствую, мы эту 12 сложность мы точно не сдюжим. Это надо убить. Это надо тактика. Уверен? Блин, ну помрем, так помрем, успеем, проблема-то какая. Ну ладно. Хотя бы попробуем, да. Если хотя бы одну миссию. Если хотя бы одно задание на 12 сложности выполним, хотя бы чуток экспо получим. Твою мать, вы серьезно? Мне кажется, или это почти свастика? Робби понравится. Скриншотом и сделайте. Снарядов начнем? Или куда? Сделал что? Где вообще эвакуация, не вижу. Куда-то сверху, на севере. Эвакуация. А, все вижу. Можно, короче, смотри, взять энергоядро, потом пойди вот вниз, зайти. Блин, тут метки нельзя ставить никак. Короче, вот до первого перекрестка дойди, который нам там бросить этот энергоядро, пойти выполнить два задания слева сверху, а потом назад вернуться, забрать ядро, уничтожить ПВО. Что там, или включить его, а починить артиллерию и, соответственно, донести ядро. Давай тогда отсюда начнем. Вот отсюда. Захватим, чуть потом пойдем. Поставь. Поставь. Давай. Чуть пониже. Зачем ниже? Чтобы точно попасть под плоть. Ну или можно прям. Ну или можно посередине флажка вот этого белого. Нас просто разделит, если ты нас скинешь прямо посередине этого черного. Этого черного. Просто. Черного. Вот этого черного. Просто кажется, да. Если вот чуть-чуть пониже белого флажка, то выше вероятность, что мы приземлимся и начнется захват. Ну так? Ну да, примерно. Окей. Так, сейчас посмотрю, что с миссиями. Ну, меха по-любому надо брать. Что еще? Все? Кроме мехов, что надо брать? Да откуда я не могу? Ты открой экран, чтобы мы выбирали оружие, блять, хуй. О, я только открылась.
Вы, я так понимаю, вы там давно уже сидите на этом экране? Не-не-не, на карте. Я могу пошел меха взять. Не надо, мы тут путаться будем, какой хороший какой-то. В плане, у меня только наполовину прокачан. Как запасной вариант. Так, здесь 12 танков не будет, да? На 12 там... Не, у них что-то жирное есть. Бронированное прям. Да-да-да. Вообще, я запасся всем пацанам необходимым. Так, иллюминат и член консула у них там считается самым крутым. Это у них аналоги тангов и халков у киборгов. А, ты меха взял, а все меха взяли. Тогда этот. Мехов никогда не бывает много. Все есть хорошего. Еще, наверное. А, стоп. Может патроны взять? А, или кто-то взял? Есть. Да, ты взял с гермом. Они быстро восстанавливаются. Хорошо. Просто что. У меня у геймрана в конце концов есть. Да нет. Ну, все, все, готово. Кстати, дополнительный боезапас, он восстанавливает боезапас к ракетам. Да. Да. Это хорошо. На удивление, да. К ракетам, к пулемету и к огнемету. Ну иначе бы это просто пиздец бы было. И был типа прокачанная ракетница, ее можно одновременно таскать, что ли? Че? Прокачанную ракетницу одновременно со снарядами, что ли? Без разницы, просто с ракетницу можно со снарядами таскать, но так медленнее заряжать, потому что ты сам заряжаешь. Нет, скорее а если кто-то другой будет таскать припасы, то ты сразу будешь заряжаться. Нет, то, что другая, знаешь, он говорит, я просто, да, то ли просто не пробовали, то ли... Нет, я заряжался сам несколько раз. Окей, в ракетнице говорю первое, что в качестве лазерный прицел, второе, бронепробиваемость. Самому заряжать ракетницу с припасами? Отлично, блядь. Просто... Валите наблюдателей сразу. Нас обнаружили. Вызвал, да? Чёрт. Да блин, они прям на меня телепортируются, собаки такие. Наглые, да? Фигё. Пол близко. Просто если ты будешь носить снаряды ракеты, то ты не сможешь тогда взять защитное поле. Ну, сработаемся. Сразу же пойдет. Ладно, начало не настолько плохое. Да, начало вообще отлично. Погоди, не ходите долго. Он еще. Кто он еще? Чего их здесь? Кто-то хлебными ручками на... И сам же полез под выстрел. Молодец еще. Вылезаем из воды. Чё, куда теперь? Вон прыгай. Ой, Тайлер. У Тайлера защитное поле. Дайте я снайпера убью, он немножко раздражает. С севера, аккуратнее. Вода, не ходите через воду, блин, мы как полвода будем пиздовать. Блин. Блять. Валим, кипеня. А тут большая карта. Угу. Почти в центре. Там что, пошли ядро искать? Тут бы по брэм просто не было слышно.
Вода. Вот, вот он. Кром? Да, да, берем. Что еще? Ты брат, что творишь? Меня инверснули. Мочим эту хрену, нам сверху. Нихуя, меня что-то шотнуло. У нас с Робби была постоянно такая заморочка, что мы пытались перегнать друг друга в вопросе вызова подкреплений. Пошли, короче, Гран умрет, мы его вызовем. И что толком? А, ядро! Потом. А, там ядро, ядро вообще-то. Там оружие вообще-то. Там оружие и ядро. Блить эту тварь снизу, которая... налево. Request confirmed. Да, чуваки, я тут один, мне страшно. Ломать не надо. Блин! Сейчас другой на стену приземли. И опять убьют. Блин. А там он слева и последний, да. Сумка патронная. Сумка патронная. Окей. Какого базука? Базука у меня. Имран взял. Сзади. Хорошее начало, отличного дня, не задерживайся. Лучше съебаться. Дайте мне подзарядить, а то я без оружия сейчас. Ой-ой-ой. Понятно, отстреливайтесь. Патроны. Другон, отойди, шаг влево. Зарядите меня, пожалуйста, у меня ракеты. Хватайте. Попробуй заряжен уже. Выбери ракетницу. Нет, у меня не заряжена ракетница, я не потратил. Ракетницу выбери, чтобы тебя можно было зарядить. Прощай, Гран. Слушайте, это да... похоже на войну миров какую-то. Нифига не смахивает, есть такое. Ну, Гран, ну, блядь, ну и задний патрон, сейчас опять кого-нибудь увидим. Уже потом вызвали на месте. Ну! Я жадный. Ебанутый. Мне, кстати, тоже патроны не помешают. Не знаю, что ты их не взял. Так там тебя кого-то... Смотрю, ты побежал. Так, блин, взял бы тогда. Дробиком побегу. Сказал бы. Так, бросай примерно тут. Где? Вот тут. Прям вот тут. Да, вот тут может. Нет, чуть-чуть левее возьми. Вот тут, вот тут, вот тут брось. Вот тут брось. Блядь. Есть? На миллиметр левее, Гран. Заебал пизду, блядь. На какой миллиметр? Чуть не надо. Да просто уйди угодно, ебаного рот, научись, девайтесь. Обсуждали ж перед боем. Пошли. Я ничего не понял. Ну ладно. Ну куда вы пошли? У меня сейчас подгорит, блять. Слушай, у тебя подгорело еще в начале боя. Я рассказывал, доходим до этого перекрестка, оставляем здесь херам и на... Наверное, выполняем задание. На обратном пути забираем ядро и носим. Ты думаешь, тебя кто-то слушал? Ну, скажешь, вот поэтому вы в шопе, блядь.
блин, наивный такой. Думаю, что его кто-то слушает. Конечно. Чутка сюда. А вот и наша цель. Dropping equipment. Supplies incoming. Заразик, чертовой матери. А что такое? Ты, щиты не забудь вынести. Выносим потом, когда уже это. Так, я заряжаю бомбы, вы убегаете заранее. Ты уверен, что ты успеешь все три зарядить? Вы вообще-то... А зачем все три? Одной хватит. Давай-давай, и направо валим. Я успел все это зарядить. Не без помощи, конечно, но ладно. Спасайте. Блять, спасибо, Костя. Извини. Вот отдельное тебе спасибо. О, это братская. Ядерные бомбы вызываем вместе. Подкрепление вызываем вместе. Может, мехов тоже скинем всей толпой? А чё? Друг на друга, да? Четыре меха. Чтоб сразу же в мехах. Хотя, наверное... А нас будет только один мех, потому что он сломает остальных двоих. Вот видите, я молодец, я нашел образец. Молодец, возьми с полки пирожок. Молодец, возьми с полки образец. Я молодец, я нашел образец. Это что, стихи, что ли? Ёбаный молодой Пушкин. Ой, бля. Да я разминирую. Главное, постарайтесь держаться поближе ко мне, а то я, блядь, упрусь. Половину этого не вижу. Сколько их надо? Пять. Вы в детстве не наигрались в сапёра? Ну, до сих пор не выиграет. Да. Есть. На карту поглядывайте, вдруг патруль придет. Патрули... Бегут, нет, турель сносит. Турель стоит, да. Турель нам помогает. А, он даже не пытается подойти. Они думают, что ай мы там, а мы здесь, и короче, скрипты сломались. Ну вы поняли, да? Напугал. Осторожно, Тайлер разминирует бомбу. Он не Робби. Че, уже обезвредил, что ли? Еще один. Все. Самое тяжелое позади, наверное. Так, ну... Ну, не тяжело, это геморное, просто самое тяжелое, это обычная защита. А, понятно, он расстреливал его издали. А, лаунчпад еще останется. Там еще пока еще ничего не повалили? Турель не сдерживала. Пока вот нет. Смотри, сложности. Офигеть. Вот защиту можем просрать. Просто накаркаешь. Можем. Вызвать кому мех, нет? Да нет, пока ну, не блядь, надо. Сейчас, Кость, ну не посреди дороги, ты понимаешь? Дошел до точки, там вызываешь, что хочешь. Сзади. Я медленно разворачиваюсь. Давай зад прикрываю. Джонни, они на деревьях. Чёрт, проклятые гуки. Гуки повсюду. Чёртовы иллюминаты. Или чё, фиг с ним? Пока что остались. Пошли, бери! Бери. Нам надо по заданию. Суть-то в том, просто, чтобы наверх было не таскать, а тут сейчас по пути как раз.
Ну ладно. Может, сначала отнесем, потом назад вернемся? Можно и так, в принципе, однохренствую. Тут они рядом. Я бы даже, наверное, лучше так и сделал. Да, лучше. Что-то как-то подозрительно тихо. А то Гром с чемодоном бегать не может. Но он его можете в любой момент положить. Пока он его положит, вас уже всех положат. Вот именно. Тут такие ситуации, что лучше донести, а потом уже заниматься с прочими делами. Сэмпл сейчас. Наконец-то. Пиздец, большая карта. И только сейчас пошли разведчики, снайперы. Очень интересно. Вон еще где-то рядом. Кстати, усиленные разведчики. Это да, необычно. Только они все равно быстро умирают. Пошли, что встали? Что стоим? Я не знаю, что вы стоите. У Грана паранойя, он видит гуков на деревьях. Снайдер. Сразу принесем. Давайте я займусь починкой, прикрывайте. Будет желательно стать поближе чуть-чуть. Да, вот так вот. Вообще идеально. Там все продали. Ничего там нет. Все тут. А тут уже. Снизу. Можем уходить. Максимальная сложность. Перестали заниматься херней и начали заниматься делом, сразу же все пошло по маслу. Нет, с киборгами просто. С киборгами там пиздец. Ты заметь, мы 9-ю сложность с процессами тоже как-то сдюжили, а вот когда с киборгами пошли на той же сложности, нам было пиздец. А здесь как-то тихо. У нас сами по себе какие-то духлики. То есть единственная проблема — это инверсия, и то я уже научился с ней как-то совладать. Я тоже научился, я падаю на землю и лежу, пока не закончится. Ну не, я в это время занимаюсь чем-то полезным. Пардон. Все правильно сделал. Положу руки на землю, чтобы он не мешал убивать противников. Короче, я прошу кого-то, что здесь нафиг закатная винтовка не нужна. Пардон. Не нужна. Протасана. С жуками, наверное, понадобится она. Кстати, там эти толстые, там всякие есть, да? Безоткатка, да. Ну, в общем, закатка здесь может потребоваться, разве что на... Ну что ты останавливаешься, Кость, ёбаный рот, ну мы из одного тебя, это... Ну я вообще на карту проверяю. Я... Блядь, без тебя проверим, иди за я нами. Я проверяю постоянно карту. Окей. Да. Много целей. Идём нормально. Много целей. Мне кажется, я что-то справа видел. Ну хрен. Кроме снайпера, я имею в виду. Не надо. Оно того не стоит. Да, блядь. Дался тебе этот снайпер. Так я не остановился. Дизайн меха, кстати, похож на мехов из Command & Conquer. То скорее на этого, на дредноута из Вахи. Ваховском пафосе. У них схожие дизайны. Образец. Образец. Так, чё, куда, где? Все, уходим. Вы уж курсишь, да, короче, как опыт дают, если не успел эвакуироваться, а вот образцы уже хрен засчитывают. Это да. Слушайте, наверное, чувствую себя как во Вьетнаме. Нас окружают.
будет. Блин, если бы не болели. Потому что... Нанизал просто морской на стол. Пардон. Поднимешь? Поднимал. Блин, так оно все время телепортируется. Вообще такая стена, если что, меха разваливает. Ну так я стараюсь на неё не попадать, вон она. Фига чего. Если это говно хоть один выстрел не сделает, я его сразу уничтожу. Слева сверху кто-то такой. Знаешь, там есть. Не могут сделать. Сизу. Пошли. Я. Ну вот молодец, Тайлер, она вообще ни одного выстрела не сделала. И слава богу, что там вообще никто не ходил. Я, блин, специально ее вообще-то в ту дыру кинул, чтобы оттуда никто не приходил. Образец. Блин, как он тут приземлился, шаттл? Место для посадочки они, конечно, выбрали. Он как вертолет. Меха вызвать? Не, не надо. Живучий падла. Они идут с одного направления. Я готов согласиться с тем, что в миссии с протосниками проще проходится, чем с киборгами. У них что-то как-то они присылают подкрепление, но не так активно, как киборги. И тут не такие. Потому что сами по себе юниты весьма специфичные. То есть если у киборгов они там прям пороты разносят, что ты сам по себе хрен вынесешь, то у протосов... Даже из глубинного ПП вот эти вот страйдеры не выносят только так. Это неудачно прибывает. Сейчас бы ты еще Геймрана убил, выстрелил на рейд, это было вообще шикарно. Нас обнаружили. Может, ты даже... Нас обнаружили. Даже звезду уже заживысить, может, получим. Кстати, вы заметили, что мехов можно использовать в качестве прикрытия? Типа, их пока убивают. 12 минут. Проходили меньше, выполнили полностью. 3740, охереть. Если еще два на эк, то вообще... Не смертей немного внезапно. Не завезли. Еще получили. Мы сейчас еще удвоение получим почти 10 тысяч опыта. Это уровень. Ну, у меня нет. Это фиаско, братан. Заебали вы с этими мемчиками. Окей. Другой он открыл для себя мир большого интернета. Я самый тонкий, я самый точный. Только если я всех больше умирал. Я меньше всех смертей. Значит, у меня тоже одна смерть, у нас одинаково. И тут подъебал. У нас самое сильное влияние. Че за дом граната-то? Херня. Эльса. Ловко.
Есть повод вкачать и в нее сразу. Нет, кто-то не подойдет. Нет, я подошел. Да? Да. Я смог. Жизнь научила меня очень важным вещам. Ну, может быть, если повезет, докачаюсь до 18 уровня. Что, правда, маловероятно. Мечтай. Вот и все. Я предписан такими этапами сейчас 12 будем проходить, потом запросто, я думаю, можно. Ну, если протосников, то да. А там сколько за до 18 надо опыта? Понять не имею, я сам 16. Ну. А я даже не знаю, как-то профиль что? Можно посмотреть? На вики можно. Еще. Родин. Давайте 5 минут наберем и переговорить, скажу. Блин, после 20-минутной операции это... Не притворяйте, не расплашь. Наряды, блин, опять снаряды. Снаряды здесь даже два поля. Так, 5 минут, короче, перерыв. Давай, давай, иди. Так, окошки, окошки это забор территория. Ну, в принципе, сначала чемодан донести, могу захватить другую. А, кстати, народ, мы у просветленных не видели еще одного врага, как-то странно. А, кстати, этот мой. Я бы на жуков сходил, на самом деле. Жуков много вам не видели, но жуков тоже нет. Лесная планета. А чё на 16 уровне открывается? Хотя я правосудие вроде бы на 18-м. Не каратель? Он каратель откроется. Да, я вообще 16-го. Угу. Тогда да, каратель. Потом уже правосудие. Кстати, не помню, двойная свобода — это дробовик или что? Дробовик, да. Двустволка. У РЦ скорострельность безумная. У кого? Пистолет, пулемет, РЦ. МП-98. Угу. Это, может быть, замена этого? Разрушитель? Не, разрушитель. Называется-то. Защитника? Защитник. Ну, он скорее его обратная сторона. То есть, если защитник, он такой штурмовой ПП, то этот именно берет скорострельностью. Ну,
по остальным характеристикам они одинаковые. Возвращается стабильность и скорострельность. Сам понимаешь, в какую сторону у кого перекос. Есть еще в дополнении МП-5, прошу прощения, ПП-34 и ниндзя. Это которые DLC-шные? Да. Ну, в DLC-то много чего есть. Потому что это, блин, МП-5 гребаный. Я даже это купил. Да, там блин. СВД есть под названием Кемпер. У меня цена такая, что офигеть. 1000 рублей за полную игру плюс все дополнения для детей до хрена? Я понимаю, то, что ты привык покупать всякие дешевые инди за 20 рублей, но прошу прощения. Хорошая компания, потому что цены все забрали. Эта игра входит в десятку самых дорогих в моей виш-листе. То есть там рядом стоят такие вещи, как Ведьмак 3. Сейчас что скажу. Что там еще такое? У нее консольное прошлое. Ты рассчитываешь на низкий ценник? Ну, у меня дофигища консольных игр в виш-листе, которые тоже прошлые. Та же самая Байонета, которая стоит в разы. Японские? Кто? Ну да. Порты японских игр, да? Ну. Которые намеренно вообще-то скидывают все цены на ПК. И то да, не все, не все. По-моему, Градиусом, блин, продают за хрен знает сколько. Не Градиус, не помню, что это такое. Но все-таки не закончили партию в Running with Rifles. Ну, короче, там, блин, Space Hall of the Thing, Battle Flip, Gothic, Armada, Dark Souls 3 и Nier Automata. Вот единственные игры, которые стоят дороже, все. А, еще и Valkyria Warzone. Даже новый Prey, блин, стоит дешевле. Это который, типа, шутер, блин, который чуть ли не шутером, блин, десятилетия называют. Кто, новый Prey? Да. Ну, по крайней мере, типа, считается, что типа. Это, во-первых, шутер, который не шутер даже. Во-вторых, его ругают за то, что он деревянный. Как и гребаный биошок. Ну хрен знает, как бы из. Коим он и является, к слову. Даже гребаный третий Ведьмак стоит дешевле. Третий Ведьмак, который, типа, игра голода, блин, там куча титулов заработал, типа, и все такое. А ты знаешь, какие у них продажи? У кого? У этих всяких Ведьмаков. И? И нахрена еще сильнее цену задирать? В смысле? У всех своя политика, но в основном ты должен привыкнуть к тому, что цены начинают задираться по уровню консольных. Да, блин, в случае с Ведьмаком, там у CD Projekt Red есть свои предметки, потому что изначально игра стоила как раз таки в полную цену, то есть и 2000, и 4, если не ошибаюсь, тоже было. 2 так точно она стоила. Ну, блин, так часто она стоит дешевле, а игрушка ну, вышла. Ну, а сколько лет сейчас Ведьмаку третьему? Сейчас скажу. Ему год 2015 года. Два года. Два года. В это время он уже должен был скинуть цену. Ну, блин, а ничего, что тем же самым Helldiversом тоже, по-моему, два года, в общем-то. Ну, опять же, это порт сейчас. И чё? Соответственно, его пихают на ПК под видом такой новой игры. Поэтому у него цена еще будет держаться некоторое время на таком уровне. Да блин, и говорю, у меня дохренища всяких портов, и что с того? Тот же самый этот, блин, Берсерк новый, он и то дешевле стоит. К тому же не ясно, когда начнет спадать популярность у игры. Я так думаю, тоже скоро. Да блин, они явно ценник завысили, он не стоит столько. Но объективно не стоит. Знаешь, что объективно не стоит своих денег? Даже, блин, Doom, который вышел. Гребаный Train Simulator. Который в сумме со всеми дополнениями стоит там десятки тысяч. Ну, у симуляторов там своя, как бы, фишка. Ну, а здесь тоже своя фишка. Какая своя фишка, блин? Это стандартная аркада. Какая тут фишка? Как раз таки прикол в том, что это не то чтобы стандартная аркада. Это стандартная аркада, которая старается оптимально балансировать элементы веселья. Кого? Ты играл когда-нибудь? Кого? Ты в Магику ведь играл? В Магику, да, мы проходили. Ну вот. Да, ну как бы... Её очень сильно недооценили. Понимаешь? Дарвис это как раз таки игра на тех же... Недооценили? Ты шутишь что ли, блин? Магика поднялась, ой-ой-ой, как? Да, ну у него DLC, я не знаю сколько там DLC было, ну... Понимаешь? На недооценённые игры столько DLC не выпускают. Причём по таким ценам.
всякие дополнения, блин, сиквелы. Я сколько ультов у игрных критиков не видел, ее всюду недооценивают. Да, она бы имела широкую популярность. Ты знаешь вообще, с чего они начинали с Rogue-Head'ы? Они, блин, вообще начинали с хрен пойми чего. И игрушка вообще с подполья выбралась. Ее просто издатель заметил, ее в итоге начали пиарить, и она снискала славу. Но, понимаешь, они не сделали нормальный баланс по этой манге. Они не исправили просто огромнейшую кучу багов. Так что, в принципе, магика для того, что она как бы себе представляет, она получила абсолютно заслуженную славу, не более того.